Я красавчик, но в меру упитанный. Кому принадлежат эти слова? Но не тебе явно. Хорошо. Давай знакомиться. Меня Саша зовут. Меня Алина. Очень приятно. В общем, задаю тебе 7 вопросов по сказкам народным, да? Отвечаешь на 6, я тебе плачу бабусики. Хорошо, давай. Что по литературе было? 5. Ты ответишь. Ну, конечно, я думаю. Какое изначальное название у сказки было «Муха-цокотуха»? Сложный вопрос, не могу думать. Это самый легкий вопрос на 1 балл. Хорошо, что мужчина и женщина делают в ЗАГСе? Женятся. Вот. Какое было название? Мухина. Свадьба. Пятюньку. Ну, молодец. Второй вопрос. Второй вопрос. Я подсматривал. Так, а где? Ты что так боком поворачиваешься? Ну, тебя же никто не увидит. Видит. Тебя никто не увидит. Нет, я, кстати, все режу. Как бы я только ответы фиксирую, и все. Угу, хорошо. Вот. Ну, тебя не увидят так боком. Ты стоишь. Увидят. Ты же хочешь быть хорошей, красивой. А тут ты... В общем, а где? Где проживал Карлсон? На крыше дома. Какого? Многоэтажном. Где дом находился? На самом верху. В каком городе? Сложный вопрос. Где проживал Карлсон? На крыше дома. В каком городе? Я тебе подсказку даю просто, это неверно. Ну не в Брянске явно. В Брянске? В смысле? Почему я задаю такие вопросы? Потому что они все с Брянском связаны. С Брянска? Да. А, ну, конечно, в Брянске, да. Ты веселая, мне нравится. Так, ладно. Так, 3-й вопрос. Уже? Да. 2 правильных? Все верные. Отлично. Какой подарок подарил Винни-Пух ослику на день рождения? Ослику? На день рождения? Ну, наверное, хороший подарок был. Очень. Хвост. Хвост? От чего? От. От ослика. От ослика. Так, уже 3 правильных. Так. Какой персонаж в сказке доставил неудачно еду? Вообще, Дивилири не доставляет неудачно еду, опаздывает постоянно. Но это не сказка, это реальность, как бы. А вот в сказке кто доставил еду неудачно? Сложный вопрос. Девочка была маленькая. Красная шапочка. Пятюньку. Молодец, у тебя все правильные ответы. Следующий. Так, из какого инструмента солдат сварил кашу? Топор, конечно. Что за вопрос? Кто помогал? Ну, явно не я, конечно. Но кто-то помогал однозначно. Женщина. Старая? Да нет, нормальная. Хорошо. Чего ты убегаешь от меня? Я в это далеко уже. Я просто боюсь. Я красавчик, но в меру упитанный. Кому принадлежат эти слова? Ну, не тебе явно. Хорошо. Ты, конечно, красавчик, но не в меру упитанный. Ну, наверное, кому-то толстому. Толстому? С пропеллером где? Карлсон, конечно. Кто же еще? Молодец. Еще одну пятюньку. Ох, ты меня бодришь сегодня. Ты сделала мой день. Как звали царя в сказке о золотом петушке? Царь Дадон. Царь Дадон. Пятюньку. Это был самый сложный вопрос, еще никто на него не ответил. Ты молодец. Ну, вот как. Бывает. Ну что, все? Ну, да, все, но ты завалила почти все вопросы. Ну, такое бывает в жизни. Что ж поделать? Пингвин может сказать, что он курица? Пингвин, что он курица? Это вопрос. Думаешь? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Почему? Ну, просто, я же не... Хорошо, давайте по математике один вопрос, легенький. По просто... математике нет, я гуманитарий. Ну, вообще, ну, попробуй, может, получится. Ну, давай, хорошо. Смотри, 17 плюс 5 равно 21 или 21? 21. Молодец. 22 равно. Ну, да, вообще-то, я проверяла тебя вообще-то. Ага, да. Хорошо, спасибо большое. Сейчас мы...